Приветствую вас и рад о том, что какие бы слова вы не подобрали, ваши родители, они все равно будут бояться, что вы их покинете, что вы их бросите, что вы поедете один в какое-то незнакомое место, да, где вы раньше никогда не были. Просто потому, что им сложно представить, что их ребенок будет без них, без их присмотра, без их контроля, без их заботы, ласки и так далее. И они, естественно, боятся. Вы знаете, успокоить их, кроме как вернуться из этой поездки живым и здоровым, по сути дела, нет у вас других способов, кроме как их успокоить. Они все равно будут переживать и по всей вероятности будут переживать даже когда вы вернетесь и захотите поехать еще раз. Просто потому, что таковы родители. Другое дело, что если вы будете показывать им, то вы уже самостоятельны, что вы все можете делать сами, то вы легко можете жить, например, без них, ну там, без где-нибудь, да, что вы можете полностью себя обеспечивать, полностью за собой там следить и так далее, им будет спокойнее. Поэтому если вы хотите их как-то успокоить, показать им, что их переживания беспочвенны, дайте им понять, что вы уже очень самостоятельный человек, и что переживать о вас не стоит. Полностью переживать ваши родители, конечно же, не будут, но при этом все-таки на какой-то момент, на какой-то процент их переживания снизится, потому что они увидят, что вы легко справляетесь со всеми теми бытовыми проблемами, которые, ну, обычно встречаются всем людям и которые, возможно, ваши родители привыкли решать для вас. То есть, смотрите, их переживания заключаются в чем? В том, что они сомневаются в том, справитесь ли вы с определенными трудностями. Попробуйте выявить какие-то трудности, показать им, что вы с ними справитесь легко. Это существенно снизит уровень напряжения, уровень переживаний ваших родителей. И они будут относиться спокойно. Ну, по крайней мере, у них перед глазами будет явное доказательство того, что вы не пропадете. Что вы совсем справитесь, и все у вас будет прекрасно и здорово. Ну, а со временем, когда вы, допустим, уже вернетесь, когда вы захотите еще раз поехать, да, то эти люди спокойнее к этому отнесутся, потому что будут знать, что раз вы первый раз справились, то второй раз и подам справились. Всегда сложно видеть, что твой ребенок из маленького, да, из зависимого от тебя, из беспомощного становится взрослым и полностью самостоятельным. Поэтому ничего удивительного в реакции ваших родителей нет. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.